Что такое интернет, телевидение и телефон, знают даже маленькие дети. А вот кто отвечает за их качество? Без сомнений, Белтелеком. За годы существования компания разработала свой уникальный список услуг. Накануне профессионального праздника здесь акцентируют: клиент всегда на первом месте. У нас достаточно широкий спектр услуг, которые мы предоставляем юридическим лицам. И одной из новинок на сегодняшний момент это является услуга облачной ТС. То есть это современное решение телефонизации компаний, предприятий. Заботливым родителям предлагают безопасный интернет. Услуга поможет ограничить вредоносный контент, который поступает на устройство, и с помощью геолокации подскажет, где находится ребенок. Данная услуга помогает защитить наш телефон от угроз. С помощью данной услуги мы можем хранить безопасным способом наши данные и файлы. Данная услуга предоставляется для наших абонентов со скидкой на 30 календарных дней до 100%. Одна из самых популярных услуг у меломанов – подписка на Яндекс+. Помимо музыки, сервис предлагает скидку на такси и доступ к онлайн-кинотеатру. Новички могут целый месяц пользоваться платформой совершенно бесплатно, а своим клиентам Белтелеком предлагает уникальные условия. Преимуществом нашего предложения является то, что для оплаты вам не нужно делать привязку к вашей кредитной или банковской карте. Вся оплата списывается с вашего лицевого счета за основные услуги Белтелеком. И все же бренд, портфель компании «Интернет by Fly», телевидение зала и Ясное ТВ. На достойном уровне выступают и видеоконтроль. По-настоящему удобный способ обеспечить безопасность своему дому, будь то многоэтажка или частный сектор. Круглосуточный доступ к камерам в режиме реального времени прямо в кармане. У абонента пакета услуг есть возможность оформить рассрочку на 24 месяца, к примеру, при покупке телевизора. Прямо на месте его настроят, и клиент сможет лично проверить работу техники. В ближайших планах компании закончить масштабную реконструкцию сети. Осталось покрыть небольшую часть частного сектора на Форштате и в Титовке. Не забывает Белтелеком и про Бобруйский район. Работы ведутся в Доманово, Ясном лесу и Величково. Город Бобруйск будет 100% покрыт этой технологией. И он станет одним из первых городов Республики Беларусь, которая фактически полностью сеть будет самая современная, самая высокоскоростная и самая качественная. Коллектив Белтелекома продолжает неустанно трудиться, чтобы самые передовые услуги связи были доступны в каждом уголке Беларуси. Главная миссия компании – объединять людей, предоставляя им свободу общения. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.